Теперь футбольная викторина. Первый, кто дозвонится и назовет правильный ответ, получит 1000 рублей. Ген, ты же все знаешь о футболе. Можешь выиграть 1000 и купишь себе 5 по ноге. Не получится. Чтобы ответить на эти сложные вопросы, нужно быть помешанным на футболе. Больным на голову. Итак, вопрос. Назовите лучшего бомбардира чемпионата России по футболу в 2004 году. Александр Киржаков. Это Александр Киржаков. Звоните. Номер телефона внизу экрана. 9-0-0-0-5-5. Гена, а что с тобой? Ты плохо видишь? Да не, нормально, я вижу, но прочее, очень много этих дурацких цифр. Алло? Александр Киржаков? Нет, я не Александр Киржаков. Это ответ на вопрос. Александр Киржаков. Какая ракетная база? Что значит, откуда я взял телефон? Это... Да сам ты козел! Ген, ты, наверное, просто ошибся номером. Ничего я не ошибся. Я видел телефон так же четко, как сейчас вижу Игоря Николаева. Это Алла Пугачева. Всегда их путаю. Итак, пока никто не смог ответить на наш вопрос. У вас еще есть шанс. Звоните. Показываем номер телефона еще раз. Есть. Александр Киржаков. Что ж, у нас есть победитель. Мое имя? Анатолий Полено. Это мои деньги. Ну, Ген, прости, кто не успел, тот опаздывал. Да, старик, пришло время ступить дорогу молодым и зрячим. Папочка. Па, а что случилось с дверью? Через нее вышел один молодой зрячий. Кто я? А где я?